Мы находимся на крупнейшей продуктовой выставке в России. Это World Food 2022. С одним из участников поговорим прямо сейчас. Это Иван Дегтярев. Иван, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какая компания у вас, что вы представляете? Добрый день. Наша компания называется EasyBase. Мы производим супы, бульоны, заправки, все с чистыми составами. Как долго присутствуете на рынке? Мы занимаемся бизнесом 1.5 года. В этом году легче работать или тяжелее, и с чем это связано? В этом году нам работать легче. В первую очередь мы прошли стадию MVP. Мы выпустили продукт, который уже соответствует всем ожиданиям рынка. И также, благодаря всем происходящим событиям, ритейлеры проще разговаривают с нами и готовы заводить наш товар на полки. Классно. Немного поговорим о линейке, как это приготавливается, и есть ли в дальнейшем какое-то расширение. Да, в 2022 году мы запустили новый продукт, это протеиновый крем-суп. Этот продукт решает проблему быстрого перекуса, когда человеку срочно что-то требуется поесть. И мы с помощью гороха и с помощью специй создали продукт, который восстанавливается за 1 минуту, и человек может утолить голод очень быстро. Также на конец 2022 года мы планируем расширять линейку продуктов быстрого приготовления и пойти в зожную лапшу. Иван, скажите, сегодняшняя выставка, это уже 5-й день, помогла ли вашему бизнесу? Да, очень много сетей подходят, готовы с нами дружить, готовы с нами заводить нас на полки. И, в принципе, чувствуется, что место для молодых предпринимателей, для наших продуктов, оно освобождается, и люди идут нам навстречу. Спасибо большое, Иван. Тогда желаем, чтобы все успехи у вас, все, точнее, планы были успешными и осуществлялись. Спасибо большое.